Также хотел сказать, что мой дом был тоже разрушен русскими ракетами. Я проти цього. Вони не повинні тут бути. Нема нейтральних атлетів. Вони живуть в себе в країні спокійно. В них не летають ні ракети, нічого. В нас кожен ніч ми просипаємося, ми просто не спимо. Вони тренуються спокійно, ми зовсім не можемо тренуватися. Який тут нейтралітет? Його нема просто. No, I think no, because I think end of my life, I can't do this. Я бывший спортсмен, фехтовальщик, сейчас основатель и владелец компании Unic, которая производит фехтовальное оборудование. История компании. Я также являюсь тренером фехтования после спорта. Хотел сделать, так как в мире спорта фехтование, так как фехтование не хватает, скажем так, очень узкий рынок, и хотелось бы сделать хороший продукт, скажем так, большим желанием и идеями решили сделать фехтовальные клинки. Мы с Украины, с Харькова. После полномасштабного вторжения в ночь 24-го, так как Харьков находится 30 километров от границы с Россией, после ракетных прилетов и обстрелов города, фактически город погрузился в панику и хаос. Плохо. На третий день, когда россияне начали заходить в город, часть наших сотрудников, в том числе и я, некоторые взяли в руки оружие и пошли защищать. Остальные остались и начали принимать военных, потому что один из цехов был расположен прямо возле окраин города, и показывает дороги, где информировать, где заходят русские. Часть из наших сотрудников так и остались воевать, защищать землю. А остальные, кто уцелел, вернулись спустя 2 месяца и начали оживлять все, перевозить оборудование, собирать все, что уцелело, искать людей, которые пропали. Конечно, в панических идеях это не рассматривалось. Рассматривалось спасение жизни, потому что люди прятались в подвалах, кто защищал как может свой дом. Но в принципе это наш дом, и как и свою семью, я хочу, чтобы она жила на своей земле, в своем доме, так и то, что мы создаем и делаем, мы хотим делать там, где это все было придумано и сделано. Нет, не рассматривали. Когда мы запустили работу, отсутствовал полностью свет, вода. И мы пришли на наше предприятие, на фабрику, и решили, что мы будем пробовать возобновлять все. Нас было, я смог собрать 5 человек. Сначала мы, те, кто были на связи, мы нашли 5 человек. Занялись тем, что начали искать остальных, в каком состоянии они, где находятся. После того, когда всех нашли,
стали помогать, потому что невозможно было достать ни препараты, никакие. У каждого семьи, ну, то есть нужна была медицинская поддержка. И занимались около месяца волонтерством. После этого, когда как таковая угроза захвата Харькова миновала, мы начали запускать все процессы и пытаться работать. Настраивать логистику и все такое. Так как часть сотрудников, в том числе технологи и кузнецы, ушли на фронт, и двое сотрудников погибли в первую неделю войны. Спустя 4 месяца мы смогли восстановить штат и запустить производство на прежнее, ну, как бы войти в прежнее русло. Очень благодаря из-за этой ситуации в городе и в стране все люди объединились максимально и, скажем так, все предприниматели и производственники помогали изо всех сил друг другу. В том числе, хотелось бы сказать спасибо всему остальному европейскому и американскому континентам, которые помогли нашим семьям в тот момент, когда, ну, каждый из нас вывез почти семьи, женщин и детей, и мужчины занимались тем, что смогли это сделать, вот, донеси это. Что еще сказать? Так как были нацелены на успех и хотелось, не хотелось потерять то, что создавалось, это каждый сотрудник, в том числе, ну, человек, любит то, что он создает. Поэтому на данный момент начали работать с еще огромной отдачей и даже вывели некоторые новые продукты и расширили ассортимент. Так как я говорил, я еще и тренер в Харькове. После ракетных обстрелов и самолетных бомбежек тут же поехал в фехтовальный зал, потому что находился рядом. И начал собирать и что уцелело, и смотреть, что с помещением, есть ли там люди. Когда я зашел в зал, там было несколько человек, и четырьмя ракетами разбили полностью всю локацию. Из-за того, что разрушено было почти все, я пробрался в тренерскую, и единственное, что возникло, идея забрать и попытаться спасти в тренерской это награды, кубки, достижения, которые были в Харькове сделаны. Я их погрузил в машину и отвез к своему тренеру Адыкенко Ирине Ивановне в гараж. Это оказалось безопасное место для того, чтобы потом с помощью их показывать, что сохранить историю. А сейчас, на данный момент, к сожалению, в Харькове, в Николаеве, там, где откуда рождались, там, где сильная школа фехтования, как и во всей Украине, шпажная, в Харькове
в Николаеве сабельная почти невозможно тренироваться из-за того, что небезопасно. И разрушенные локации, залы, люди и ученики разбежались. Но сейчас потихоньку на добровольных началах люди начали собираться, делать, и уже в подвалах и в более безопасных местах, чем до этого, потихоньку проходят тренировки, работают, ну, и развивают спорт наш любимый. Сейчас в планах нашей компании и меня уже идет подготовка для открытия небольшого клуба, для возобновления тренировочного процесса. Государством сейчас не финансируется, потому что это небезопасно и разрешено работать на добровольных началах только. Поэтому мы объединяемся, берем максимально на себя ответственность и, как говорится, о безопасности своей и финансовую нагрузку, и пытаемся развивать и оживлять фехтование. В том числе очень нужно спорт, потому что он, так как люди в близких городах к России максимально пострадали и страдают, им нужно отвлекаться и реабилитация какая-то. С помощью фехтования, в принципе, любого спорта, но фехтование – это наш спорт. Они отвлекаются и восстанавливают психику, разгружаются. Это очень важно. Дети и взрослые. В том числе столкнулись с тем, что люди после спортивных нагрузок, у них, ну и фехтование, у них появляются, разгружается, грубо говоря, стресс, и появляется желание жить, потому что это глоток свежего воздуха. Потому что люди, которые переживают постоянно этот стресс, кто-то потерял работу, кто-то потерял близких, теряется смысл жизни. О себе могу сказать, что с началом полномасштабного вторжения в тот же день я вывез семью и за границу, и они уехали в Германию. И больше 6 месяцев я не видел, у меня 2 детей, ни детей, ни жену. Это было очень тяжело, и благодаря тому, что у нас были цели, мы хотели возобновить работу и спасти все, как бы оживить то, что у нас происходило в городе. Также хотел сказать, что мой дом был тоже разрушен русскими ракетами. И было непросто собраться, когда семью ты отвез за границу, компания, непонятно, что с ней будет, потому что нету связи с людьми, и очень тяжело достать. Твой дом разрушен. 2 дня нужно было, чтобы прийти в себя и собраться и двигаться дальше. Так как сейчас в мире фехтования наш спорт интенсивно развивается, скажем так, максимально грубо говоря, из-за войны негде тренироваться и очень сложно работать и готовить спортсменов. Вот можно лаконично сказать. И из-за войны огромный отток произошел тренеров,
потому и с исчезновением, разрушением локаций, я думаю, это существенно ударит по украинскому спорту и, соответственно, и по мировому. Потому что выпали юниоры, кадеты и младшие года, и сейчас, грубо говоря, держится еще на том уровне, а нового набора детей и воспитанников очень мало. Мене звати Цап Юрій, я з України, і я займаюся фехтуванням на шаблях. Моє найвище досягнення – це срібна медаль чемпіонату Європи з фехтування на шаблях серед дорослих. Я живу в місті Миколаїв, це місто біля Одеси. Це юг країни. Коли все почалося, я був вдома в себе в місті. Я прокинувся від вибуху. Пішов на балкон подивитися, що сталося. І побачив просто, як від зриву дим. І після цього я пішов поспав ще трошки, і потім думав, що робити далі. Зранку я прокинувся, і я займався в фітнес-клубі. І ми з тренерами, з іншими хлопцями зразу почали займатися волонтерською роботою. Я нічого не розглядав, бо це як сталося, так зразу першим ділом, що робити, це допомагати тим хлопцям, хто зараз на фронті. Я вважаю, що дуже велику роль, бо ми виїжджаємо на змагання, ми показуємо, що ми є, що країна живе, що ми боремося, ми займаємо місця я вважаю, що дуже велику роль. Зараз я живу в Києві, це столиця нашої країни, і тренуюсь там. Зараз багато труднощів виникає в процесі. Для мене це моральні труднощі, так як я не бачив свою родину вже півтори роки. І це на мене дуже давить. Ще ми не можемо нормально тренуватися, бо в будь-який час може пролунати повітряна тривога. І тренування просто закінчується, і ми спускаємося в бомбосховище. Так, моя сім'я залишилась в Миколаєві, так як нам сказали їхати в Київ і тренуватися в Києві, так як ми національна збірна команди, і ми повинні бути разом. А вчора зовсім моє місто біля того дому, де живуть мої бабуся та дідусь, прилетіла ракета. І вперше за півтори року я зараз наступному місяці планую поїхати додому. Ну, з 2014 року наші відносини, ми не спілкувалися. Так як війна у нас почалася з 2014 року, і ми зовсім не спілкувалися. А коли вже почалося повномасштабне вторгнення, то я навіть не хочу з ними спілкуватися. Коли почалось повномасштабне вторгнення, багато спортсменів з інших країн написали мені, як у вас справи, як ви. Вони звали до себе тренуватись, жити. І вони дуже допомагають. Вони дуже допомагають нам. Вони забрали
в квітні ми поїхали в Італію, і ми 5 чи 6 місяців тренували з італянцями. Ну, з італянцями. Спортсмени з інших країн все роблять для нас, вони нам дуже допомагають. Но нам треба завершити цю війну, яку почала країна-агресор. Нам потрібна зброя, щоб політики допомогли нам. Спортсмени все для цього роблять. Я проти цього. Вони не повинні тут бути. Нема нейтральних атлетів. Я думаю, всі знають, хто був президентом FIE. І всі знають відповідь на це питання. Так, я би хотів би сказати по поводу нейтральних атлетів. Дивіться, в чому різниця. Вони живуть в себе в країні спокійно. В них не летають ні ракети, нічого. В нас кожен ніч ми просипаємося, ми просто не спимо. Вони тренуються спокійно, ми зовсім не можемо тренуватися. Який тут нейтралітет? Його нема просто. Вони на змагання літають на літаку. Ми, щоб добратися до ближайшого аеропорту, їдемо 12 годин. Що там хочеш додати, то ти можеш... Я би хотів подякувати Збройним силам України за те, що вони захищають нашу країну, за те, що спортсмени можуть представляти свою країну на цих змаганнях. І хотів би передати привіт Миколаєву. Я дуже скучив за всіма. Скоро побачимось. Yeah, I'm Alexander Torchuk, and I'm Ukrainian. So now, but now I work in Kazakhstan as a head coach Sabre national team, women and men. Yeah, I can. I remember this day very well because I wake up in the morning and I check news by Telegram, and I see that rocket. Came to Kyiv, first rocket. I called to my parents. My parents not in Kyiv, but my wife, mother in Kyiv, live in Kyiv. And I called to my mom and asked, are you okay, mom and father? That time they are slept. And I wake up them and ask, are you okay? Mother asked, yes, everything good. And that moment I remember I told them that war is begin. And I said, mom, rocket in Kyiv, Russian make a bomb. And mother say, it's a joke. I said, watch TV. And they start to watch TV and they said, okay, we will call you later. And after I continue to check news by Telegram. So that day I said to my parents that war is begin. So that's why I remember that day very well. I was in Kazakhstan. I start to know about this firstly because we have 4 hours different between Kazakhstan and Ukraine. So my parents were slept and I already wake up. My wife, mother in Kyiv, my uncle and a lot of my family in Kyiv, but my parents know. We are from a smaller city. It's like middle of Kyiv and Lviv, Netishin. Yes, and in our city it's more safety. In our city have energetic station, atomic station. So and that place is little bit not little bit. It's more safety than another city because it's you understood what is atomic station. They saw rocket, they heard something, but I'm very happy that they did not see till to this time really what is this war. Just their life changed because of all Ukraine people life has changed because of this. First months when war was begun,
I came to training, I can't work. I said to my sportsmen what they should to do today, and my hand, my leg can't listen me, and I just sit and read news, call to my parents, my friends and everyone, and I go to coach room and sit there and read news. It was close to 1 month till the first competition in Athens. Just in Athens I start to give lessons again. And that time when I go to coach room, my sportsmen come to me and every time ask me, coach, are you okay? Coach, are you okay? And they see that I'm not okay, but they, I very appreciated that they understand what's happened, and they cannot do nothing, just like be together with me. And I very appreciate this, that Kazakhstan people and my sportsmen, they are really good, and they are together with me. About the word sportsman, what can I say? It's a lot of people write me, are you okay? How is your family? And like this. So more was like with me. Yeah, and just after Athens, I speak with also my friends, some coaches. They said me, hey, stop, you should continue your life because you have your wife, you have your daughter, you should work and stop with your parents, everything okay. So let's continue to do your life, grow up like this. Around me, I have good people. That's why I can say sportsmen and Kazakh people, they are together with me. They try to help me. And also around the world, fencers and coaches with who I have good friendship, they also was together with me until to this time. What can I say about it? As I understood this question, it's mean... No, it's enough, because normally before when we saw some war somewhere in the world, we also like we was just thinking, oh, sorry for this and something like this, but now we are in Italy, and why they should to change their life more than they have now, so you understand what I mean. So a lot of people help with money, with something, with example, Italian help to Ukraine women team. Yeah, Kazakhstan also, we invite Ukraine team by our money to camp. So a lot of country, a lot of people help like this, and who can. Yeah, do some help, but they don't need to make more. If they can, okay, I will very pleasure appreciate to this. But if not, it's their life, and I will not say anything bad about them if they will not do nothing. So yeah, before I can say I had friend. I will not say that a lot of friends, but I have like close to friend. We work together. Maybe you know I worked before in Turkey and after in Georgia. And with Turkey team, with Georgia team, I was in the camp in Moscow. So I had contact with Russian coach, Russian sportsman. We wasn't like very good friend, but it was normal. But now, never more. What can I say? I will not do nothing for, I think, if they will not touch me, I will do not nothing about them, about fencers and coaches. But I just ask, don't touch me, and never again. It's enough because they should understand that their country come to my country to make a lot of bad things.
do you think there is ever a way, if somehow there is peace war and somehow, do you think there is any ever way that you are, you will talk with Russians again, that you are... No. No, I think no, because I think end of my life, I can't do this, because a lot of my friends in the war, I don't know how it's mean in English. Maybe you know, we have a father and second father. In church, we go to church with him, and so this guy, he's dead. But it's really close to me. It's you can say it's like a brother. And I know a lot of people who now there, and I speak with them every day, So, it's impossible to come back, because in my city, small city, every month, every week, I think, came some man or boy who died in this war. I have small city. And it's very hard to say. And just think about this, that... against friends with Russian, no. Yeah, I said go home, and we will walk close, but I don't know you, you don't know me, and nothing more. About Ukraine, I'm sure it's very bad situation. And I think, I hope this war will finish soon, and for sure now it will need maybe more 10 years for grow up new, good and high-level sportsmen, fencers. Around the world, I think it's not a big problem here. I think will be 180 sportsmen in Sabre, in EPE 300 sportsmen, so it's not a big problem, but for Ukraine it's very big problem, because I know a lot of sportsmen who live from Ukraine, and talent and young, they leave Ukraine with parents, without parents, and now, as I know, they don't have cadet sportsmen, don't have junior, just senior who fence, and if this senior sportsman stop fence, I think it will finish and need a lot long time. And are there many Ukrainian coaches like you who have moved abroad? A lot of Ukrainian coaches live from Ukraine many years ago, but also many coaches was in Ukraine. So we live because maybe we try to find something, and I don't know, someone like me, I can't sit on the one place like this, and I live, and I try to look what can happen if I go somewhere. So many coaches in the world, Ukrainian coaches in the world. Maybe message, yes. I wish to all Ukrainian people to be safety and to be strong. And I'm very sad that, what can I say? I'm not in Ukraine, and I think I can't say that I do something, because it's nothing, and I just wish to Ukraine people to be safe, to be strong, and I hope and wish that this war is finished
maximum soon as it's possible. And for Russian, please leave Ukraine alone. We don't need your safe. That's all. Thank you. Thank you too.